Ищите светлые стороны. Прошу прощения, я была груба. Если бы никого рядом не было... Всем нам приходится играть свою роль, Сэдвик. Как у тебя дела? Начинаю уважать всяких преступников и контрабандистов. Задержки грузов, сбои в поставке, выборочные проверки полиции на таможне. Ух. Я думал, заведение только для прикрытия. Лучшее прикрытие настоящее. Прага-Давос – международная транспортная компания с представительствами во всех странах ЕС. Так что я могу открыть филиал, склад или офис где угодно в Европе всего за 72 часа. Надо полагать, поговорить с агентом Чаном не получилось? Он сказал, что вас взломали. Я взялся за расследование. Хорошо. Мне куда спокойнее, если делом занимается опытный агент. Можешь рассказать мне подробнее про взлом? Чан знает больше, чем я. Я ему просто сказала, что происходит что-то странное. Кто-то просматривал счета, неполную информацию о заказах, все в таком духе. Такое непросто заметить. Как тебе внимание хватило? Когда столько времени занимаешься одним делом, учишься внимательно относиться к мелочам. Плюс я раз за разом вижу старушку. Старушку? Очень любит поболтать. Сначала я думала, что ей скучно, а потом заметила, что она постоянно украдкой смотрит на терминал. Ты что-нибудь сказала об этом? Я сказала Чану. Попросила прислать полевого агента. Полевого агента? Ты же знаешь, как все устроено, Дженсен. В конторе есть два типа агентов. Те, что бегают и ищут улики, и те, что анализируют их дела. Думаешь, Чан один из вторых? Я думаю, что Чан живет в собственном мирке. Он хороший. Очень хороший. Но я невероятно рада, что опергруппа в этом месяце получила нового психолога. Ну, мне пора. Если что-нибудь узнаю, свяжусь с тобой. Мне ничего не говори. Скажи Чану. Я должна держать прикрытие. Я рада, что тебя не ранило вчера во время взрыва, Дженсен. Опергруппе нужны такие люди, как ты. Спасибо, Сэдлок. Береги себя. Вроде големов сейчас опасно. Ого, вы только посмотрите. А, привет, Адам. Как дела? Миллер меня послал. Мою работу проверить? Серьезно? Я же сказал, будет готово, когда будет готово. Идеал требует времени. Верно. И? И я был прав. Но не молодец ли я? Ну, что нашел? Изолированные фрагменты того, что похоже на часовой механизм для бомбы. И смотри, вот это станок. Станок? Часовым механизмом были наручные часы? Так вот, мистер Скептик, использовать механический часовой механизм не так глупо, как кажется. Охранные сканеры могут засечь любую подозрительную электронную цепь. Так что лоу-тек решение – отличный выход. Часы станока делаются здесь и под заказ. Пожалуй, зайду в магазин. Он, наверное, закрыт. Попробую найти второй вариант. Есть! Номад Станок. Основатель и владелец магазина.
Живет в районе Давный Обвод, рядом со станцией Пилигрима. Это по-чешски «Путник на Дразе». Здание номер 96, второй этаж. Спасибо, я проверю. Отлично, сообщи потом результаты. Мне не очень нравится, как все проходит. Ни одного корня, ничего. Точно. Ну, так понятно. Друг мой, ты хороший человек, хороший мастер. Ну что я говорил? Гляди в оба, Ном. Теперь они приходят ко мне, чтобы разобраться с тобой. Бизнес есть бизнес. Ты настоящий художник. Я буду носить их с гордостью. Yeah.
Смайли, Станека дома не было, но я нашел приборы для изготовления бомбы и ловушку Двали. Ты серьезно? Да, но я выяснил, где его искать. В квартале Красных Фонарей, в баре напротив Красной Королевы. Отправляюсь туда. У нас в том районе есть пара агентов, они следят за Двали. Я их пришлю. Понял. Без башки останешься. Иди себе. Все смазанное. Я говорю не о машине. Ты смелый. Добро пожаловать в стул ирландца, дружище. Садись, посмотрим, чем тебе помочь. Стул ирландца? Вот это название. Образное. Ну да, есть такое. Что будешь заказывать? Я ищу человека по имени Номад Станек. Мне говорили, он тут. Да, ты не первый его ищешь. Недавно пара агентов Интерпола интересовались. А что он сделал? У него неприятности? Я не могу раскрывать подробности текущего расследования. И куда они отправились? Вниз по лестнице. Только не особо там шуми. Кстати, хочешь чего-нибудь? Сейчас ничего не надо, но спасибо. Мне пора идти. Эй, я гражданин. У меня есть права. Вы не можете удерживать меня силой. Это я хорошо знаю. И ты будешь сидеть тихо и ждать, как маленький послушный часовщик. Это надежда. Наши портативные аппараты для работы. Погодите минутку. Я вас знаю. Вы были в мастерской. В чем дело? К тебе есть вопросы, Станек. У нас есть улики, которые говорят о связи тебя и твоей мастерской со взрывами на станции. Взрывы? Нет, я бы никогда... Да я даже не знаю, как бомбы работают. Вы взяли не того. Вот как. Убеди меня. У меня есть часовой механизм с твоим именем, а в твоей квартире инструменты для изготовления взрывчатки. Что мне еще думать? Вы были в моей мастерской, и знаете, я чиню часы, я не делаю бомбы. Это не мои инструменты, это моей... Твоей дочки? Нет, слушайте, заберите меня, это я вам нужен, она ни при чем. Я сделал бомбы. Нет, не похоже. Пытаться защитить дочь похвально, Станек, но если возьмешь вину на себя, ты ей не поможешь. Расскажи мне все, что знаешь. Я... Да, вы правы. Эллисон была в армии. Ей всегда хотелось выделяться, быть частью чего-то большего. Она была такой чудесной девочкой, талантливой. Что случилось? После инцидента Эллисон познакомилась с людьми. Они говорили, что друзья... Но на самом деле хотели ее использовать. Паразит! А теперь они забрали ее. Вы должны помочь. Ее вины тут нет. Ее заставили. Успокойся. Что значит, они забрали ее? Мы с Эллисон должны были встретиться здесь вечером. Но явился один из этих и начал меня костерить, называя дурной плотью. Сказал, дочка передает, что... прощается со мной. Но она бы никогда так не сделала. Они использовали ее, а теперь хотят избавиться. Твоя дочь знает, как это делается? Гораздо лучше меня. Она служила в армии, в ОВУ, обезвреживание взрывных устройств. Саперы. Да. В армии она была счастлива. Ее аугментировали, чтобы она стала еще лучше в своем деле.
Но после инцидента ее с позором уволили из войск. Эллисон была раздавлена. И тогда ее нашли эти новые друзья. Они использовали ее, а теперь хотят от нее избавиться. В твоей квартире Радич Николадзе установил ловушку. Что? Почему он? Похоже, дружба для бандита – пустой звук. Что случилось? Я не богат, но мою мастерскую здесь знают и уважают. Радичу нравились мои часы. Он знал, после того, что случилось с Эллисон, мне нужны деньги. И мы заключили сделку. Но сделки для него словно красавицы. Всегда найдется та, что будет еще лучше. Что ты знаешь об этих ее друзьях? Совсем немного. Они все аугментированы. Когда приходили в лавку, то говорили только с Эллисон. Если у тебя нет аугментации, ты для них никто. И они все время говорили о Вознесении. Не знаю, что это. Где мне искать Эллисон, Станок? Если бы я знал, то сам бы пошел и вырвал дочку из их лап. Я собирался на ее поиски, когда явились ваши громилы. Мы ее отыщем. Но тебе придется пойти с агентами. У них еще остались вопросы. Нет. Я должен. Должен ей помочь. Кроме нее у меня никого нет. Дай нам выполнить свою работу. Найдите мою дочь, или я это сделаю. Я говорил со Станком. Нам нужен Леон. Но у него есть дочь, бывшая военная. Нам опасно. Что будем делать дальше? Станок говорит, что не знает тебя. Мне кажется, он что-то скрывает. Так что агенты... Вы только посмотрите. Я прослежу, чтобы на него надавили и вытянули всех. Сообщи. Большей частью своего очарования обязана старому городу. Да кто это дерьмо? Сейчас бы еще бутылочку найти, чтобы что. Адам, ты проверил ту квартиру на улице Хлавни? Я был занят. Не упусти шанс, сынок. Судя по записям пограничников, Орлов никогда не остается в Праге надолго. Эй, ты, нашли владельца инструмента? Еще нет. Продаем. Думаешь, он может быть в магазине? Нет, пожарные говорят, там было пусто. Дивный новый. Неужели Рукер правда мертв? Этот ублюдок давно нарывал. Носа не подточит. А ты чего ждал? Бывший спецназовец. Военная жизнь из кого угодно аккуратиста сделает. Адам, если там и есть секреты, они хорошо спрятаны. У всех что-то есть. Нужно просто больше о нем знать, чтобы выйти на улики. С вами Элиза Казан. Прямом... На Big News. У них есть батарейки. Thank you.
разрешу. Алекс, я взломал компьютер Миллера. У него сложности в личной жизни, но ничего подозрительного. Ищи дальше. Второго шанса может и не быть. Я, кажется, что-то нашел. Карта Миллера для доступа в МТС. Видимо, оставил ее, когда зашел в свой второй компьютер. А второй компьютер? Там что-то такое есть? Пока еще не проверил. Но мне кажется, теперь единственный вариант услышать весь разговор по МТС. Черт, опасно все это. Но иначе, наверное, никак. А что? Нашлось что-то по Версалайф? Дела хреновые. Встретимся в маленьком дворике у АГ-29. Я объясню. Доступ разрешен. Алекс, ты здесь? Привет. Спасибо, что так быстро. Не хотела, чтобы меня тут долго видели, если вдруг тебя задержат. Иногда я могу быть джентльменом. Ты сказала, у тебя что-то есть на Версалайф. Ага. В здании на пляже Рокосека пару месяцев назад нашли труп лаборантки, отдел особых разработок. Ее отравили, как и Рукера. Ее? А имя есть? Анна Кинорштадт. А что, ты там кого-то знаешь? Неважно, забудь. Я терпеть не могу Версалайф, Адам. Когда я работала на Белтауэр в Панаме, я с ними связалась и влипла в дерьмо по самые уши. Это из-за них на меня идет охота. Они сказали моим боссам убить меня. Если они в этом замешаны, мы их достанем. Надо только знать, о чем именно речь. Расскажи мне про лаборантку. Информация по Нарштадт здорово засекречена. Ни полицейского отчета, ни вскрытия. Просто сноска на страховом деле. Несчастный случай на производстве. Она ведь работала с опасными патогенами, так? Вроде так. Янус думает, что это еще не все. Это он отчет нашел. Говорит, там все странно. Странно как? Много пустых мест, недостающих деталей. Я особо не уточняла. И спросить не догадалась, да? Хочешь сказать, я облажалась? Нет, вовсе нет. Просто ты очень уж доверяешь мнению Януса, вот и все.
Янус изменил мою личность, снова дал мне цель в жизни после того, как Версалайф все разрушила. Он помог мне увидеть мир по-новому. Например? Например, показал, что некоторые теории заговора недалеки от истины. После Панамы я не верила тому дерьму, что Пикньюс лили в уши об инциденте, о том, что привело к инциденту. А потом для аугментированных стало все совсем плохо, и Янус дал мне шанс это исправить. Охотясь за темными личностями. Работая вместе с тобой. Я все думаю о твоих словах. О том, что КПА подставили, чтобы сделать из них террористов. А потом всплывает лаборантка Версалаев, отравленная, как и Рукер. Какое-то биооружие. Возможно, карта доступа Миллера поможет нам все узнать. Как? Я не понимаю. Данные НПС хранятся в облачной памяти системы. Если я зайду туда как Миллер с его карты доступа, возможно, найду записи его разговора с боссами. Черт, Адам, это же не жучок поставить. Тебе прямо там сидеть придется. А если поймают? Рискованно, но я готов. Тебе решать. Но я хочу подключиться и все прослушать. Ты осторожнее там. Выходи на связь, когда получишь доступ к машине. Мне не нужны неприятности.